это наше будущее, так. И пусть все будет хорошо. Парад в честь освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков открывают участники автомобильно-мотоциклетной группы «Красная армия». Реконструкторы только вернулись с автопробега «Дорогами Победы». Они посетили 9 городов Крыма в дни их освобождения советской армией, проехав в общей сложности более 1500 километров. Начали с Армянска и сейчас вот завершаем парад в Балаклаве. Самые яркие города были, пожалуй, Феодосия, Судак и Евпатория. Впервые колонна зашла в Артек. Вся боевая колонна проследовала в Артек. Нас облепили пионеры со всех городов и весей нашей необъятной. Вот, были поражены масштабностью нашей акции. Вот, ну, словом, подарили всюду праздник жителям. Легендарные тяжелые мотоциклы М-72, автомобили «Виллис», трехтонник ЗИС-5, ГАЗ-67 и боевая подруга «Гармонь». Она помогала в трудные дни войны солдатам, поднимала боевой дух сражавшихся за родину. Воодушевляла на подвиги, на защиту своего отечества. В 1941 по территории Балаклавского района проходил главный рубеж обороны Севастополя. На этот маленький участок фронта были брошены основные силы противника. Однако на протяжении 215 дней враг не мог пройти через Байдарскую долину. Победа далась нелегко. Потери до сих пор не поддаются подсчетам. На месте, где стоит обелиск, братская могила защитников Отечества. Здесь покоится более 3000 участников обороны Севастополя и Балаклавы. Памятный митинг открывает Борис Павлович Малько, участник парада Победы 1945 года, единственный оставшийся в живых из освободителей Балаклавы. Было задание освободить Крым. За неделю мы дошли до Севастополя. Но Севастополь яростно сопротивлялся. Гитлер говорит, не сдавать приказ, умереть, но не сдавать. Ну а мы со смешком говорим, хочешь помирать, мешать не будем. Помирай. И сегодня мы горды тем, что у нас создан полк бессмертный. Посмотрите в те лица этих патриотов. Они не жалеют себя. Защищали нашу родину, мать. Молодые ребята с фотографии смотрят, их глаза дружбу свято, как и прежде. Венки и цветы возложили к мемориалу героям, погибшим в боях за Балаклаву в годы Великой Отечественной войны. И к памятнику героя Советского Союза, полковнику Герасиму Архиповичу Рубцову. В период обороны Севастополя 1941-1942 годов под его командованием здесь, в Балаклаве, стоял насмерть пограничный полк. Маргарита Пронина, Анатолий Паньков, Дмитрий Фомин, Сев информбюро.